Звука нет. У меня звук стал тише. Я вот что заметила. Да. Да. Есть, есть. Угу. Так, я загружаю, да? У тебя сейчас появится. Ой, сразу новые рецепты. Так, у меня уже запущен стрим. Давай, я тебя жду. Загружается. Угу. Сейчас, сейчас. Нам же должны какие-то координаты должны появиться. Да. Где-то всем там. Всем привет, ребят. Всем здрасте. Сейчас отчалим. Привет, привет. Там что-то уже появилось новое. Сейчас, блин, что-то он никак не, никак не осилит. Прибыла мы пока. Обросла, пока нас не было. О. Спасибо, Семёна. И что? Так, подожди. Ну да, все, я вспомнил. Надо смотреть, что у нас тут. Так, координаты 2272. Ну, вроде да. Так, мы на этом острове... Или нам нужно вернуться будет туда, потому что у меня заметки не появились. Почему не по координатам? Ну так координаты-то есть. Это же последний, Варуна Пойнт, это же последний, видимо. Там три новых координаты были. Да, плывем к следующему сюжетному. И по пути будем как раз собирать все, что попадется нам. То есть на этот остров мы уже не идем, да? Или мы здесь были? Мы вчера были здесь, потому что я смотрю, пальмы срублены. Да? На большинство. А, ну хорошо. Ну, отлично. Нам тут ничего особо делать. Привет, привет. По пути будем все собирать. Улучшим все, что осталось вообще. Как-то по рецептам, да, там что-то говорили, переделано будет? Не знаю, я еще не смотрел. Котелок суши у нас рецепт появился. Интересно. Стейк с джемом это теперь называется. Мясо с ягодами. Класс. А, что, из мяса теперь делаем стейки. Барбекю из мяса, из рыбы, из курицы, из грибов. Все сразу. Класс. Так, ну тут в этих ничего не появилось. Наверное, что-то, может быть, что-то в изучении еще появилось новое. Возможно. Сейчас я гляну. Якорь поднимаем. Сейчас я гляну. Устройство для переработки. Да-да-да-да-да. Перерабатывает базовые ресурсы в валюту торговых баз. Так, это нужно. А что? Соковыжималка. Это для тебя. Стакан. Улучшенная сеть-ловушка. Улучшенная? Да, это из титана. Нет, титаны у нас очень редкие. Там, я знаю, какие-то приспособления из титана появились.
эти крючки, топоры. Этого я еще не... Топоры? Какие? Нет, крючки те же самые. Так, нам знаю. Нужно заводить мотор. Да, хорошо. Отчаливать. А, надо было еще же вот это вот... Блин. Переставить. Кого? Куда что-то мы плывем как-то странно. Ну да, вот как-то мы... Надо было переставить. Да. Вот что надо было переставить. Ну, нам надо... объезжать остров, в общем. Блин, мне неохота сейчас так с этим возиться уже. О, я, по-моему, забыл выключить, да? Да, отпишись, я выключу. Подожди, а у тебя координаты-то другие указаны здесь? Здесь 83-91. А, не указал новые координаты. Извините. Сейчас приплыли бы на старый остров. 22-72. Ого, как далеко. Но нам другое место совсем. Там два острова, да, вот синих, которые. Да, нужного нам 3000 метров. Так, нам, значит, вот туда. Долго плыть будем? Ничего. Так, как-то так, да? Примерно. Привет, привет, Анка. Ну, налево у нас получается как-то. Ну, еще чуть-чуть. Нет, ну еще чуть-чуть мы сейчас в остров врежемся. О, все, приплыли. Да недолго музыка играла. Биотопливо, ладно. Есть, да? Ну, сейчас будем делать. Наверху. Не? Да. Нужно больше меда. Давайте. Добрый вечер. Пока досками. Но досок это будет немерено. У меня и досок-то нет. А, все, ты уже. Да по одной штуке всего лишь. Как по Привет, одной? Вова, добрый вечер. Как это по одной? Две доски, одна доска, а больше у меня нет. Вот а, нет, да у меня 20 штук есть. Сейчас я немножко тут... Доску, но нет. У меня есть. Кто тебе говорит, нет. Что у меня нет? Сейчас я только немножко тут подрулю, чтобы мы не... Есть хочу есть. Спасибо еще раз, Амана. Так, у меня в инвентаре тут яйца, крачка, сырые только. А, вот есть стейк джема, кстати. У нас есть. Выглядит прикольно, аппетитно. А еще у нас есть суши. 4 супчика. И супчик съедим. Так. Только не говори, что нам весла придется делать. Пока у нас там мед не приготовится. Ну, что сейчас сделаю? Плывем. Медленно и печально, но плывем. Нужно меда больше. А он весь закончился, да, вообще весь?
Так, а где вообще наши эти ульи? У нас один на первом этаже. А, вот. Так, может, еще один сделать хотя бы? Можно его сделать? Сейчас посмотрим. Если пчел хватит, то мы сделаем. Нет, нам пчел не хватит. У нас есть... нужно 15 банок. Ну ладно, значит, будем как-то плыть так. А у нас 6. У нас есть один лед. Угу. Одно биотопливо можем сделать. И чья-нибудь голова еще нужна. Голова. Иди в комнаты построить. Да посмотрим сейчас. А вот голова медведя есть. А акула, она мне нужна все равно. Пойдет на топливо. Так как я положила мед. Угу. Еще нужно меда. Нам делается. Цветок еще посадить нужно. Может, больше цветов сажать? Кто-то говорил, если сажать много цветов рядом с ульем, то будет больше меда. Проверим эту гипотезу. Угу. Проверим. Так, там курица, кажется, яйцо нам дала. Сейчас я тут все-таки переставлю приемник, ну потому что это уж совсем безобразие. Ну да. Переставляли, перестановки делали, а самое главное не поставили. Бегаю туда-сюда. Так, пугало там какое-то я читала, новое доступно, но пока только у нас это. Ну отлично, все, плывем. Убираем, в общем, мусор. Да, собираем мусор. Как обычно. Нам и пластика, да, нужно побольше для обмена в этих торговых каких-то палатках. А я не знаю, что там, пластик еще или вот. Ну, не только сейчас пластика, наверное, делается, еще попало или нет. Но я не знаю, надо делать. Сейчас. Смотрю рецепт. А, посмотрю, да, там же надо сделать, там же надо сначала изучить, да. Правильно, что там нужно-то? Устройство для переработки. Научились. А, соковыжималка. Всё? Научились. Стакан. Научились. А почему ты не нажал научиться? Посмотрел, но не нажал. А я посмотрел. Улучшенная сеть ловушка. Автоматический лот предметы, который в нее заплывает, вмещает больше предметов, чем обычная сеть. А в обычную 10, в эту больше. Ну, смысл тогда? Это сколько надо этого... Ты что там, титана или чего там? Да, титан. Там вон остров есть справа. Будем на него заплывать? Маленький очень. Ну давай, там нам все равно все надо. Да нам все надо, хоть за титаны, железо же, наверное, надо тоже. Если сейчас не надо, то будет надо. Ну, и доски нужны, и в общем все. И все. Моисей, привет. Там уже нет никакого, никого уже нет. Ой. Ты видел, у нас там суши, стейк, классные, да, блюда новые? Не, я не видел. Не смотрел? Там что-то еще приготовилось. Бульон из головы. А, ну да. Я его как раз ставила. Вот. Что еще приготовить? Теперь нам ничего и нету. Надо сделать какую-нибудь соковыжималку, фрукты тут у нас есть. Хорошо.
В первую очередь, ну, нет, ну ты делай соковыжималку, а я буду переработку мусора. Ладно. Так, мы тут якорь ставлю сейчас. Ставишь? Хорошо. Да. Так, что у нас тут? Ну, нормально. Более или менее. Робим. Новая шкала воздуха появилась сверху почему-то. Удобнее. Это не самое важное обновление в мире, где она находится. Я не понял, ты же все срубила? Ну, конечно, здесь два дерева всего было. Ну вот. Супер маленький остров. Так, а, я хотел посмотреть, что здесь есть. Что-то есть. А, да, воздух по-другому выглядит. А где акула? Ты ее потеряла? Она тебе нужна? Я потеряла акулу, да, мне это напрягает. Вдруг она теперь О, суперсильная. арбуз. Может, она прокачивается с каждым уровнем, а мы ее столько раз убивали. Ну что ты никак не можешь найти-то? О, есть. Под островом то же самое, все ресурсы. Пока не вижу ничего нового. Доска, медь, веревка, пластик. Нашла меня акула. Угу. Нашла уже? Да. Ну и где? Так что, совсем нашла уже? Или еще не совсем? Ты где? Я тут все плаваю. Ты с какой стороны? Со стороны вот плота? и да, рядом с потом недалеко. Ну, походу, из-за того, что она тут рядом, где плод, поэтому она меня и нашла. Почему я тебя не вижу? Ой, укусила. Да, это она меня укусила. Чего, ты меня не видишь? А, вот, акулу я вижу. А, и тебя вижу, вот. Акула. Каракула. Я же за железом спускалась так. Она вот как свой. А железо не помещается. Видимо, арбуз там под водой. Ах ты, зараза такая. Подышать, подышать скорей. За тобой, за ногами. Саймон, привет. Так, она мне Открывай. уже откусила мне все, что можно откусить. Иди тогда восстанавливайся. А ты еще нет? Не, живая. А интересно, а из лука можно бить акулу, кстати? А почему нет? Ты ее и мачете можешь бить. Да? А, все, Я ее убила. уже не Так, надо, так я страшно выглядит, как будто она меня съела. Я внутри убила. изнутри. Ой, а можешь забрать мясо? Давай. А голову в этот, в перерабатыватель. Забрал. Так, голову сюда. Да, значок кислорода вообще другой. Ой.
Ой-ой. Что такое? Бум-бум. Что случилось? Чуть не утопло. А. Бьюсь в конвульсиях тут под плато. Он мне всплыть мешал. Так, что это такое? Это сюда. Угу, да, это никуда уже не лезет. Мы собираем на всякий случай все. Вдруг там мои скламы перерабатываются. Верну все, кроме камней. Что-то у меня этот крюк не работает уже. Не. А так? Не, не работает. Странно. Теперь я под плотом чуть не застрял. Что такое с крюком? Потянуть, поменять слот. Не знаю. Поменять слот, попробуй. Нет? Да, сейчас попробую. Нет. Слушай, это... Может, это что-то какой-то рассинхрон? Может, ты собрала здесь, да его нет? Я больше не знаю, что может быть. Ну, давай посмотрю, где ты находишься? Я здесь, а ты? Я здесь. Есть, но мы рядом где-то. Я вижу. Ну, жди, тут сверху плавают ресурсы, вот хлам плавает. Акула. Тут акула. Запустили. Откуда взялась акула? С воздуха запустили, видел? Нет. Так забавно. Она прям с воздуха прыгнула. О, как. Ну, соты вроде быстро производятся. Я помер. Меня съела акула. Угу. Пойду тебя сейчас искать. А с какой ты стороны был? С той же самой? Там я на том месте и был примерно. Далеко я не... Так, я вижу акулу. Вот она только что надо мной проплывала. Угу. Вот она только что мимо. О, все. Ура! Жить буду. Может быть. Если дойдем до плота. Прям останавливайся, живи. Спасибо. Так, у нас здесь же опреснитель есть, я забыла совсем. Да. Я наливаю воду. Ну. Ага, я понял, да. Тебе кушать не надо? Нет, пока не нужно. Ну ладно. Так, что мне надо? Мне надо лук, мне нужно копье. О, мне все нужно. Только вот мне не нравится, что крюк не работает. А ну. Так он бросается. Так бросает.
А он что-то цепляет им? Я проверю. Да, вот доску притащил. Нормально. Странно. Ну, я думаю, может, и собрал. Я еще удивился, что так много прямо возле плота ресурсов. Ты же обычно ничего не оставляешь за собой. Ну, ладно, будем смотреть дальше. Может, правда, какой-то баг. Так, нужно копье. Копье. Так, что? Подоить нужно, да? Так, а где яйцо, курица? Их куда-то вниз сбрасываешь, мне кажется. Уже какой раз не могу найти. Лук. Да. Копье, лук, крюк. Мне надо все. Веревка, сок, лианы, болт. Есть. Доска, железный слиток, перо. Шиша нету, шерсть. Да? Кого нету? Досок нету, у тебя случайно. Есть 17 досок, нужны? Да, нужны. Нужны. Ну. А как же? Спасибо. Так. У меня там сколько было? 18. У меня просто пора нету больше. 24. 30, да? Ну, я думаю, хватит пока. Теперь... Отчаливаем. Сейчас, подожди. Копье. И тебе топор сделать, да? Ну, давай, если сделаешь. Железные слитки я сейчас еще так положу, потому что 7 штук получилось. Так, топор. 3 еще это тебе. Копье. Досок не хватает. Ну, ладно. Копье потом. Так, держи. Держи топор. Я сейчас пальму срублю, и потом будут доски. Хорошо. Хорошо. Ой, не сюда, наоборот. Так. Это сюда. Дальше. Ну да, наверное. Может, да, нам опасно стоять, у нас досок мало. Вон впереди плот. Вот не будет без досок двигаться. Где плот? Да прямо на него прямо плывем. А, да, вижу. Давай до него доплывем, потом налево повернем. Так, и ну надо батарейку уже, наверное, делать, да? Да, да. Да что такое, не могу понять. Что-то они тут такое накрутили, неясное мне. Управление? Да как-то плохо, что ли. Там, я разучился со вчерашнего вечера. А, может быть. Может быть. Плохо как-то крутится. Плоту, грядка и ящик.
Там шарнир, камень. Ну так, по мелочи все. У нас пластика очень мало стало. Надо больше пластика. Так, или шарнир у нас здесь продам. Так, все, мы отплываем дальше, да? Угу. Хорошо. Что это я делаю? Валюмка, привет. Куда гребем? Ну, по координатам гребем. Все, обновились. Уже новые координаты есть. Чего надо было мне? Веревка, слиток, болт. А, да. Раз, два. Болт. А где это быть? Где эти болты-то? А. Так. Есть. Что еще надо? А, надо сделать металлоискатель и батарейку. Вот. Металлоискатель и... И батарейку. Медный слиток, хлам, пластик. Пластик, пластик, опять пластик. Пластика мало стало, да. Ой. Так, я делаю две батарейки. Затем надо... металлоискатель. А у нас окляна, да, закончился, надо делать? У меня есть 3 штуки. Нет, ну мало. Я сейчас пойду плавить. Так, где наш металл... Где наш металлоискатель? Не знаю. Ну, не наш, в смысле, а... Где он в этом... А, все, нашелся. Так, пластик, хлам. А, так я могу сделать. Отлично. Я теперь... У меня теперь все есть почти. Да все, по-моему, даже есть. А вот эта капсула мы проплыли и город. Видишь справа? А-а-а. Слушай, а может нам в капсулу-то вернуться? Может там какая-то заметка после обновления по координатам? У нас уже почти целый корабль. У нас не целый корабль, у нас такой, да. Да я не знаю. Ну так зачем? Кажется, а зачем? Стоит, а зачем? А за... Ну да, ну можно, да. Ну давай вернем. Давай посмотрим, что они там сделали. По-моему, у нас должно было просто все появиться и. Давай посмотрим. Что нам стоит повернуть руль? Ничего. Именно вот в эту капсулу, потому что да, вдруг да, там да. Что-то после обновления. Ну, наверное, как-то было бы написано. Ну, может быть, там просто что-то... Какие-то надписи появились, которые для тех, кто будет проходить сначала.
можем просто... Мне кажется, многие сейчас захотят сначала пройти раф, увидев, ну, то, что добавили полностью все. Может быть... То, что я ничего не могу поймать. Это нам к лестнице к той надо, да? Что, пойдем? Ну, что ты подождала еще так? Что такое? А. Ну что, я уже забыла, как тут спускаться. Да, тут заметка, записка. Чертеж бака для воды. Ну, так он же у нас есть. Записка. Но он ничего поднять не может уже. Ну и все. Ну, походу, да. Можно было не приплывать. Нет, ну может те, кто проходит первый раз, им они что-то и видят. В смысле, те, кто сначала проходит. А у нас-то все сразу появилось там. И новые чертежи, и. Ну да. И координаты. Ну так что нам показывать-то? Все, идем назад, да? Ну да. Холодильник ничего не открыть, ну ладно. Ага, я нашел. Иди сюда. Ты что-то нашел? Я ничто нашел. Только... А, ты кого ты нашел? Я нашел кого? А, ты говоришь, не нашел. Обалдеть, тут живой. А мне не нажимается. Ты можешь нажать, чтобы с ней поговорить? Поговорить. Эй, ты вытащи меня отсюда. Спасибо, в следующий раз предупреждаю перед запуском. Офигеть. И что с ней делать? Я не знаю. Ну не трогай. Больно. Давай ее живой оставим. У нас новый этот, член экипажа. Так надо ее как-то освободить. Но она сейчас очень много говорит. А у меня она ничего не говорит. У меня что-то не работает, походу. Нам надо, наверное, еще больше плод делать, если она с нами жить будет. Новый игровой персонаж. Да, да, она с нами жить будет. Это я... Да, это я... Нет, подожди, там какое-то другое имя было. Нет? Странно. Так, подождите. Помогите. Тут появилась еще раз... Это, ты куда? Я здесь. Я ищу, может... Ну, ее освободить надо, наверное, если она попросила освободить. Да? Ну, да. Я еще раз нажала, повторяется катсцена. Я вообще никакой катсцены не видел. Странно. Я пытался путь после первых выстрелов. Тангароа был обречен с самого начала. Если поможешь мне оказаться подальше отсюда, я дам тебе бизнес-консультацию. Обалдеть. Ну, я... Между прочим, в юности я занималась парусным спортом, побеждала в чемпионатах, я тебе пригожусь. Вот так, рассинхронно. Да. Прекрасно, можешь на меня рассчитывать. Все, она пропадает, и походу она у нас на платочке. А у меня она сидит на прежнем месте. Угу. Вот так вот обновление. Опять куча багов, они по-любому сейчас будут устранять их. Всегда так. Но все, да, ведь больше ничего нет. Никого нет. И копье в колено воткну сейчас. Она не реагирует никак. Пойдем.
Так она, наверное, же там где-то. Ну, походу, она уже на нашем плоту. Я не вижу. Спит, наверное. Или жрет нашу еду. Кстати, а кормить ее надо? Не знаю, меня вот надо кормить. Срочно. У тебя есть что? Да, сейчас найду там что-нибудь. Я тебе могу дать мясо. Ну, на плоту я ее не вижу. Зато чайка есть. Ага. 50 чаек мы уже убили, представляешь? Ой, уже не могу ничего нести. А что взять-то? А, корочка я забрал. Угу. Ладно, необычно. Ну, как тебе сказать, необычно. А куда она делась-то? Ну, вот да, она... Непонятно. Не доплыла, наверное. Ее, наверное, съела акула по дороге, да и все. Логично. Давай пойдем, а то пока она... Мы будем думать, вдруг она где-нибудь сплывет. Кверху пузом, да. Все, может, мы плывем? Да. Как ты думаешь, здесь только этот игровой персонаж или где-то еще на островах может такие попадаться? По-моему, их там двое должно быть, что ли? Мне кажется. Ну плывем. Ну а где? Ну ее же нет все равно. У меня она сидит там. В капсуле по-прежнему. Ну, может, где-то она попадется, догонит. Ты думаешь, там что-то написано? Нет, здесь нет ничего. Тули какой-то. Ну вот ту. Ну она. А как ее звали-то? А как ее звали? Нал, капитан Тулли. Моя последняя. Нет, она не капитан. Не-не-не, это тут про Тулли что-то. Внутри акулы надо проверить потом, пишут нам. Ну, потом проверим. Когда будем, да. Мы ее когда разделаем, посмотрим. Главное не сожрать случайно NPC. Да-да. А то прилетит какой-нибудь ачивка, как каннибалом. Так, все, мы плывем. Ты можешь снять с якоря, пожалуйста, чтобы я не прыгал? Конечно. Все. Возвращаемся на прежний курс. Ну ладно, место намного не занимает. Вообще не знаю, где она. Вообще место не занимает. Никакого. По-моему, у нас двигатель того. Да? Да. А есть у нас еще этот? Нету. Требуется. Я в доски пока положила. Так у меня же ей был один, надо было. Ну ладно. Внесли в код ненужные штуки. Надо, если остров будет с пчелами, пчел наловить. Да, да. Одного улья явно мало. Угу. А с пчелами большой. Что ж ты делаешь-то, а? Ножки. Угу. Мне нужно пластика наловить. Может, и здесь у нас есть. Ой. Ладно, прощай, большой город.
Плывем мимо. Ничего не видно, да? Угу. На горизонте. Сколько нам еще тарахтеть? 1100. Много. 1100. Ну, еще было 3000, да, ты говорила? Да, 3000. Ну, так мы уже больше половины проплыли. Чего, что 1100 осталось? Сейчас раз, два и... И мы на месте. О, да. Да. Раз, два, на месте. Ну, ты опять положила доски? Да, доски. Больше нет ничего другого. Так если у меня одна есть эта штука. Ну иди положи ее. Так доски пропадут. Не пропадут. Ну как не пропадут? Пропадут. Она так как заткнется, я положу. Да. Здесь много. Нет, здесь тоже мало. Сейчас оно... Мед есть. О, видишь? Сейчас. Вот голову кабана возьму тогда. О. Сюда биотопливо. Ну, едем потихоньку. А сюда доски. О. Стало много меда очень. Много две меда? Банки за раз, да. Раньше одной хватало, теперь две. А, стало, ну, в смысле, не хватает? Я думал, да, я думал, пчелы стали больше давать. А то все наоборот. Не, они тоже стали быстрее давать, кстати, соты. И плюс две, если много цветов. Вот я поставила 7. Не по одной, а по две собираются. Тоже хорошо. Хорошо. Соковыжималка есть, рецептов нет. А, или батарейки нету просто. Батарейку сделать? Я сделаю сейчас. Mm. Еще надо емкость для соковыжималки. Стакан. Стекла получится 4 штуки. Нужно взять стекло. Я сделал тебе батарейку. Молодец. Можешь поставить соковыжималку. А где соковыжималка? А, вот это вот соковыжималка. Ну, она прям, да, такая большая. Ничего себе, я думал, такая себе, знаешь, как... Я себе представлял такую, как дома, знаешь. А тут целая... О, справа остров. Плывем маленький. Ну, давай, давай. Чё бы нам... Еще что-нибудь, может, будет... Клад будем искать. Да, титан нужен. Так, что-то у меня это... А что? А на зарядное устройство есть для батареек? Нет. Надо бы сделать, да. Да. Кстати, да. Кстати, да. Привет, привет, Саймон. Где это зарядное устройство? Вот оно. 4 титана, микросхема, хлам, пластик. У нас там есть 4 титана? Ты не помнишь? Не знаю. Ну. А что ты еще? А что еще надо было? А, ну надо ж эту сделать, который хлам, переработчик. А, да, точно, это обязательно. Вот надо посмотреть, чего там... На что хватит? И хватит ли на что-нибудь вообще? Чего? Так, переработчик. Новый который. Из 4 манго получились объедки. Выглядит как кости в зеленой жиже. Это типа оно сгнило, да? Нет, это так приготовилось. Ах, это, очень. Это приготовилось. Ты видишь, как это выглядит? Зеленая штука с костью внутри, из манго. Это выглядит как коктейль. А трубочка зачем? Ну, не знаю. Это пить. Пить. И как? Ну, там тоже какой-то бонус появился.
хорошо. Ладно, попробуем разные фрукты. Прям флот Сэм от первого лица, да. Ну, а это флот Сэм так и сделано. Видимо, специально в стиле вот этого. В стиле Рафтон. Наверное же он позже вышел, да? Чем Рафт. Мне так кажется. Ну да, вроде как. Ух ты, ух ты, ух ты, как она работает классно. А? Посмотрим, что сейчас получится. Так, так, так. Ну, опять? Так у нас всего два титановых слитка, мы вообще ничего не можем сделать. Мы... Понятно. На, эти, вот, держи. Голодранцы. О! Ваше здоровье. Вместе со стаканами, короче. Пластиковыми. А, не, они стеклянные. Ну, стаканом я закусил. Так, мы уже на острове. Надо идти за досками. Сейчас я тут поскидываю все, что не надо. И косточка в стакане прям, это обязательно. Вместо вишенки. Косточка. Угу. Переработали все головы, да? Нет, там медвежий, кажется, еще остался. Да, что-то я не обратил внимания, наверное. Так, это сюда, пластик сюда. Четыре пластика у нас, ты представляешь себе? Все, дожили. Ужас. Сейчас сказал, как медведь из этого. Кот и лиса дожили. Там постоянно говорил. Да? Дожили. Подожди, а что-то я тут потерял тут. А где мой шлем? У меня шлема нет. У тебя прическа была раньше другая. Вообще, как будто ты побритый. Сейчас у тебя дреды появились, а до этого ты лысый был. У тебя шлем закончился, скорее всего. Тебе птица весь шлем склевала. Понятно. Ну или акула отъела. Да. Не, акула за ноги, птица по голове. Тут своя это. Фертёж бака для воды. Я не знаю, зачем он нам нужен. Надо выкинуть. У нас он есть уже. Так, так. Привет, Гизя. Ну и что там у нас на острове? А ты уже все? Нет, нет. Ты же все срубила, что ли? А, я нет. Я выкладываю. Есть, есть. Вон, есть. Я уже распереживался. У нас очень много пальмовых листьев. Да, тут, конечно, 2, 3, 4. А, о, сейчас нормально дерево срубилось, а то дерево стоит, и уже не рубится. Ну да, это вот этот, я, наверное, потому что был какой-то рассинхрон. Я не мог подобрать. Что тут еще есть? Цветочки. Да. Больше ничего. С другой стороны острова точно нет. А вот смотри. А что-то я не помню таких штук. Каких? Где? А там как будто бы... Вот смотри. Куда смотреть? Да сейчас. Это что валяется? Это я выкинул, да? Но вот здесь какой-то подводный, как будто бы. Это такое было вообще? Смотри. Нет, ну может быть и было где-то. Акулу, ну, да, будем убивать или нет? Ну давай, нам голова нужна на тебя работать. Ну давай. Я просто... На мне быстрее нашла. Ну,
Он у меня так кричит. Ой, бедолага. Акула. Чего ты добавил? Он кричал раньше, нет? Нет, я кричу. Как-то странно. Чуть не хватало, чтобы акула кричала. Я не могу... По-моему, тут что-то не работает как-то. Вот, так сейчас вроде попал. О, у тебя есть там место в инвентаре? Да, да, да. Хорошо, тогда я не буду подбирать ничего. Спасибо за ману, спасибо. Можно сразу на дно. Бошку сразу в переработку, да? Угу. Так, я же хотел поискать клад. Точно, да. Я по нему все время забываю. О, что-то есть. Что-то где-то есть. Да, ладно. Опять без титана, да? Не-не-не, я еще ничего не нашел. Поломался старый. О. Не знаю, что там. Выглядит, прям скажем, не очень. Да, хлам, пластик, веревка. Ну, пластик зато. Но мне кажется, нам еще и хлама нужно будет много. У меня подозрение, что мы не пластиком торговать будем, а хламом. Он же не зря так называется, да, хлама. Где он вообще опять есть? Я его потерял. Он в чем? Инструменты. Зарядное устройство, очиститель биотоплива, хранилище, плавильня. Ничего не могу понять. Все, крючок закончился. Там железо, два кусочка. Где там? А? Ну вот, вот здесь вот. Давай я соберу сейчас. Вверху там хлам и железо. О, все сейчас нормально собирает. И медь здесь. Я хотел блюдо из акулы попробовать с серебряными водорослями. Попробуй. Надо же приготовить акулу. Что за ракета? Ракета это... Как это? Типа реклама на главной странице. Да? Как это объяснить, да, еще? Как в общем, популярно. Появляется. Вот если ты смотришь с браузера, то в браузере, то слева там такой. Как это? Колонка. И там есть что-то не повышение популярности, а. Ну, в общем, как-то написано. Я сейчас не могу посмотреть. Слева там. Вот туда попадает. И как только ты запускаешь эту ракету, начинают тебе люди приходить. Ну, и сразу уходить. Понятное дело, посмотрели и ушли. Не актуальная, ниже. Актуальная это твои подписки. Фу, нет, это не подписки, это, блин, как она называется? Сейчас я тебе скажу, как это называется. Актуально это всякие акции. Место на главной странице. Вот в левой колонке место на главной странице. Под... Вижу, да? Увидишь, да? Вот там появляется. В приложении появляется, в телефонном тоже где-то. Привет, странник. Где-то появляется. В общем, да. Это... То есть подписчики кидают эту ману, заряжаешь эту ракету, запускаешь, там на какое-то время... Она появляется. Твой канал появляется на главной странице. Вот и все. Всего один готовится. Это тоже не заколы, кошмар.
Это как-то прям невыгодно. Ну ладно, сделаем сейчас два таких. О, акула. Здрасте. Уже? Да, я сразу, меня вцепилась всеми зубами. Там чайка, здесь акула. А, ты сейчас чайка уже расправилась, да? Или она улетела? Она улетела, улетела. Так, ну что, мы плывем дальше? Да, да. Ну почему? Мне уже накидали. Чего ты думаешь сам себе? Мне сегодня накидали. Сколько-то? Сколько-то есть. Сейчас я посмотрю. Мне интересно. Пока тут посмотришь. Шесть тысяч 250. Не знаю, откуда они взялись, кто-то столько накидал-то. Но накидали. О, так, слушай, это здорово. Это мы действительно запустим ракету. И у меня есть. Сколько? Смотри, пока ты не перешел на уровень, у тебя ракета со скидкой 25 тысяч. Ну, да, да, я вижу. И у меня это есть будет 10 тысяч. Итого 16 уже. Уже 16, даже с половиной. 16 с половиной тысяч. Осталось 9. А сегодня понедельник только. Конечно, накопишь. Так что живем. Неделя целая. Угу. Ну, либо я получу уровень, а мне ракета станет по 50 тысяч, да, и ничего я не накоплю. Что-нибудь да случится. И то хорошо, и это хорошо. Ну да. Так, так все, я тут бегаю кругами. Мы можем уезжать, да? Уплывать, уходить. Железо собрали, хлам собрали, конечно. Но мы никогда не доплывем до этого острова. Надо все-таки побольше ресурсов с собой взять и сделать вот эти вот обменники. Так, куда нам? Нам надо как-то налево, да? Главное стримить. Ну а я, знаешь, уж я, по-моему, уже так стримлю. Прямо что ж. Аж мне же не завтрака, обеда и ужина. Мне же не хорошо, да. Чем мы строим тебе молоток? Биотопливо одно готово. Какой, в правый или в левый? Класть-то. Ну, который первый закончится, такой кидай. Так подожди, пока левый закончится, а потом. Я а потом уже положила какой-то, где уже требовалось. Ну ладно. А почему у нас координаты 21-18? У нас раз такие были координаты? Нет. А кто ставил координаты 22-72? 22-72 я ставила. Но у нас, смотри, у нас правильно координаты, мы по ним плывем, то есть. Ой. Но, а, это да, батарейка. Сейчас, да, я сейчас я поменяю. Подожди, чем, куда мы плавим, как мы правильно плывем? Я ставил правильно координаты. 22-72. Там же горит зеленая. Наверное. Сейчас. 22-70. Она в другой стороне вообще. Ну. Подожди, а у нас впереди какой-то остров. Странно. Ну, впереди обычный остров, просто большой. Ну, то есть, он есть. Ну, тогда нам. Но его нет, да? 5. Ну, ничего. Подожди, а ты. Это, кстати говоря, может, я виноват. Ты же ставила координаты там, а я переставлял. Может быть, оно сбивается при этом? Кого знает. Все? Ты... Да давай. Уже, да? Уже не туда. Все прямо. Чуть правее. Я тебя мотает туда-сюда. Лама взгрустнула. Чего это она там? Что с ламой? Все нормально, они просто делают вид, что им грустно. Нормально с ними все.
Козел блюет за борт, по-моему, это у него такой вид только что был. Укачало. Да, и движения такие же. Да не откинет копыта. Никто не откинет. Птица у нас знатная зато. У них там все с едой нормально. Им весело, у них есть котики. Действительно. Три штуки, а у нас нет ни одного. Перестань. Но зато у нас есть утка. Да-да. Так, там еще один опять из акулы готов. У тебя дождик пошел, странник. Здесь не, у нас не пошел дождик. Ела, да? На нас. Я не понял. У нас сегодня было 32 или 33, что-то такое. Вот это жара. Да, это на солнце градусов 40 было. Возле компьютера, наверное, все 50. Ну нет, не 50, конечно, но в общем жарко. Сейчас похолодало. 29. Прям не знаю, может свитер одеть, да. У нас даже 20 сегодня не было. Так холодно. Ну и то плохо, и то плохо. Да-да, не, мне я как раз жару нормально. Я не пере. Я нормально. Так, у нас с пластиком беда. Вообще скрап-механик я не играл, нет. У меня его даже нету. Ну что тебе, пластик дать? Тебе нужен пластик? Нет, я просто коплю ресурсы. А, ты как это, как белочка, да, в дупло? Да. Да-да-да. Прячешь. Так, железо. Камень. Ты же с кокосов что-то делаешь, да? Да. Хорошо, тогда его не буду есть, я отнесу. Не, ешь тут два стека этих кокосов, девать некуда. Да, нет. Хорошо, тогда я съем. Ну, свеклу-то тебе дам. Да, конечно. Странник, этого я не знаю, странник, это можешь... А, картошечка, не успел. Картошечка. Я не знаю. Да-да-да-да-да, я бегу, бегу. Куда? Куда? Куда поехала? Стой! Ай! А ты куда? А ты куда? А я куда, да? Я увлекся. Стоп, потом. Да я сейчас... Все, я уже на плоту. Ты что, выключила двигатель, нет? Да, я сейчас обратно включу. А, хорошо. То быстро двигаешься, вдруг не догнал бы. Ну, догнал бы, наверное. Что я пожрать возьму, можно? Ну, ужин из акулы, цыпленок с кокосом, бульон из головы. Из этой, из акулы съешь, скажешь, что там прибавляет. Из акулы? Да, там два куска акулы, мне кажется, просто ее выгоднее жарить, чем вот так вот просто. О, выглядит аппетитно. Ой, у меня крючка нет, ни одного. Что делать? Ну, еды прибавляет, да, там какая-то полоска появляется, какой-то баф. Я не могу понять, что это означает, но... Ну,
Оно что-то прибавляет, да. Переубираем. А, это пластик, ну ладно. Как там это Титаники было? А ну иди сюда. Ой, я что-то выбросил сейчас. Куда что-то? Блин, я крюк выбросил случайно. Иди сюда, говорю. Как там было в Титанике? Ну-ка, ну-ка. Жаль, нельзя отодвинуть подальше. Нет, ты сюда встань на нос. На нос встань. У нас нет носа, у нас тут квадратик. Да вперед смотри, вперед смотри. Ну что ты, ну вперед. Мы статую хотели сделать. Помнишь, ну, только сейчас темно, надо будет потом еще раз. Статуя там есть? А, статую перенести. Да, да, точно, точно, я забыл. Сейчас. Сюда надо столик еще сделать, точно. Нам нужен столик под открытым воздухом. Так ты же делала столик, или ты его сняла? Делала. Нет, он просто тут лежит в инвентаре. Ну, туда можно столик, туда можно, кстати, и диван тоже. Нет, это два стула уже туда. А, еще и стулья будем делать. Ясно. Так, что я хотел? Перенести статую эту. Статую перенести. Сейчас все сделаем. По красоте. Так. Ну, придется... Она будет стоять к нам все-таки жопой, эта статуя, конечно. Правильно? А почему? Ты ее повернуть же можешь. Нет, ну зачем? Она должна вперед смотреть. А, ну да-да-да. Как же ж так? Так, надо бутылку сюда принести. Ты куда все бутылки делала? Они там лежат? Где-то лежали. Да, одна есть. Какие все? У меня одна. Всего. Какие все? О! Ого, а теперь как надо. Мы с ним как одно лицо вообще, если... Во-во-во. Это купальные шапочки. Забавно. Все, все свободны. Фотосессия закончилась. Надо будет повторить при свете дня только. Да. Ой. Сейчас ничего не поймаю. Ага, вот этим... Ой, вот это я нашел кнопку, которую можно убирать... Я теперь понял. Ну, все... Как это называется? Инвентарь, вот это... Кнопка E? Все эти статы... А? Кнопка E, которая? Нет? Как, почему E? Нет. Это другая, наверное, значит. С экрана убирать вот этот... Чтобы сделать скриншот и убрать все лишнее с экрана. А, все понятно. Наша буква U. Угу. Блюда стали готовиться по одному, раньше по два готовились. Так, это... Как ее называют? Биотопливо тут есть? О, есть. Так, стекла надо побольше еще. Сейчас будет мед. Куда надо? Сюда или сюда? Или везде надо? А, я не помню, какую-то я клала. Ну вот немножко. Тут сейчас... А туда досок докину. Да, биотопливо делается. Хорошо. Надо поесть срочно. А тут кто бы не выключил? Я не выключил эту штуку. У кого-то романтический ужин намечается. Тут нельзя воспользоваться приборами, но здесь пусто как-то. Ну просто чисто для красоты. А поставить нельзя? А, так... Нет, ты что, я поставила прибор, смотрите. Ну так все есть, да, отлично. Иди только. Я говорю, надо кресла сюда какие-нибудь красивые. Какой-то он маленький. Фонарики. О, да, фонариков надо сделать, кстати. Вот таких вот, да, как на... Да, железные, я так понял. Железные или какие-нибудь? Сейчас я посмотрю. Красивые фонарики, действительно.
хотел посмотреть, что как факельная корзина вот эта. Хлам, стекло. А, она большая, но тоже красивая, кстати. А где? Покажи. Вот. Сейчас, сейчас, я сейчас. Я ее поставила уже среди плота. Выглядит как такой камин, в общем. Ага. Так, впереди да. Какая-то большая... Это, о, что это? Это, наверное, мы доплыли. До чего-то. Я поняла, но это в воздухе находится? Я думаю, нет, оно вообще просто не прорисовалось. Издалека просто на дирижабль какой-то было похоже. Ну да, но нет, это сейчас... Это какая-то... О, это подъемный кран. Я уже вижу. Угу. А, вот, да, у меня тоже прорисовалось. Интересно. Так, так, так. Недостроенная какая-то, город недостроенный. А, ну да, вот 400 метров, это мы приплыли. Угу. Почти приплыли, да. Надо ресурсов побольше сделать, еды с собой побольше. Там кокосов дофига. Ой. Еды, воды. Да, еще лишнее выложить. А я рюкзак так и не сделала. Ну ладно, будем к тебе все складывать. Так сделай. Или, или сейчас нельзя. А, шерсть. Ресурсов. Шерсть, да. Шерсть небось, да? Угу. Ну вот, куда-то мы приплыли. Что я хотел? А, я хотел фонари сделать. Что, да? Примерно такой же, как тот город был. Кран прям вообще какой-то. Повторите судьбу Титаника. Что у вас за мысли, ребят? Мы ищем этих выживших. Одного нашли в капсуле. Она, правда, она сказала типа... Да, и пропала. С концами. Она нас кинула. Я вам буду полезна. Да, вы только освободите меня, а я вам помогу. А в Акуле мы ее не нашли. Мы ее убивали, в Акуле ее не было. Да. Вспомнила только что. Так, куда же здесь... Смотри, а здесь как-то несколько частей. Да, там что-то светится вообще внутри. Так, и как это? Нам ну, выше строится? Ну, наверное, надо на кран забраться. Оттуда по тросу, смотри, видишь? Ну, я так думаю. По тросу. Может, он двигается? Ну, я же не знаю, понятия не имею. А сюда мы... Зиплайн нам нужен, да? Помнишь, у нас были зиплайны? Ну, так не на нас, на тебе же надето, наверное, да, на мне надето, по-моему. Половинка осталась. А чё? Он износился. Вот здесь вход по лесам. А ты что, уже поставила на якорь, нет? Нет? Нет, я сейчас ставить иду. А чё его как-то... Просто я вижу строительные леса и вход. Так, сейчас я все лишнее убираю, беру с собой только еду и воду. И инструменты. Ой. А, еще надо ведь чем-то бить. Я провалился. Куда? Да куда, там где якорь был. Вернее, там где он есть. Меня тут уже акула погрызла. А что такое происходит, я не понимаю. Чего не могу выбраться? Ау! Блин, половина здоровья как не бывало. Собрался на плот идти, фу, на остров идти называется. Ну ничего. Сейчас мы как-нибудь с этим справимся. Надо котельков пожарить. Я тебе тут фонарик повешу, чтобы тебе было лучше видно приготовки. Так. Вот на, какой уют, а? А, ну да. Так лучше все съесть. Что можно приготовить. Мяса нету. Цыпленка вообще не выгодна. Омлет с грибами. Картошка, два яйца и грибы.
Ой. Чё, пресная вода закончилась? Или там может аккумулятор? Она на аккумуляторе же работает, да? На батарейке. Ну да. Да, значит закончилось. Да нет, тут что-то светится. Три... Я не знаю. Может, там... потому что мы не двигаемся? А, точно, закончилось, да. Ладно, сейчас сделаем. Сейчас. Ну, у нас вот здесь вот еще есть обычный опреснитель, если что. У нас уже этих батареек. Мы когда-нибудь сделаем этот зарядку, и у нас будет миллион аккумуляторов. Угу. Так. Выкладывать надо все. Это сюда. Да, да. Даже доски, я думаю, и все там остальное. Надо только сделать оружие, у меня этого нету. Лука. Сейчас. Доски, веревки с сопляном будут. Я сейчас сделаю себе лук. Давай, так, у меня есть мачете, у меня есть копье, у меня есть лук, у меня есть 30 стрел. Ну хорошо. А, да, батарейку. Батарейку, батарейку. Медный слиток, лампластик. Медный слиток один. Пластик. Вместо медного слитка я взял кирпич. И думаю, чё ж батарейка-то не делается? А медного слитка и нет. Да? Ни одного. Но зато куча меди. Угу. Надо пойти сделать. Ты взял уже? Медь? Да. Да, взял. Хорошо, я животным еще одну лужайку тогда пока сделал. Угу. Даже не одну, а три. Хлама. 6. Я, в принципе, подготовилась. Сейчас оружие, еда, вода, крючок. Что еще из оружия может понадобиться, не знаю. У меня крюка нет, кстати. Крюка нет. А вдруг? А вдруг понадобится, да? Конечно. Сейчас. Крючок. Доска, хлам, болт. Так. Ой. Хлам. Шесть. Болт. Один. Не знаю, сколько фокусов еще взять. Попалась. Так. Ну сейчас я ж возьму медь. Теперь я сделаю батарейку. Так, теперь я ее вставлю в опреснитель. Пусть он трудится. Батарейка наша. На. О. Теперь я выложу все барахло. И поедем. Пойдем.
Это сюда. Это сюда. Еду взял побольше? Еще пока нет. Это сюда. Это сюда. Ну, вроде взял. А, сейчас еще это выложу. Окорочка. Да что ж такое тут все время? Перья. Мазь фонари. Еще. А? Мазь еще нужно взять, я думаю. Мазь. Сейчас. Целебная. Разных цветов она у нас, да, почему-то? Ну, да, она какая-то. Я не знаю, какая лучше. Ну, вроде все. Угу. Ты где? Я жду тебя. А, все, я вижу. Прикольные леса такие. Здесь везде такие строительные леса. Сейчас, секундочку. Угу. Куча мусора. Там ничего, да? Ну, вообще ничего. Кирпичи. Кирпичи. Могли бы, кстати, и... Да. Дать подобрать. Но нет. Вот здесь. Оу, крыса. Зайти, да? Крыса. А, давно их не было. Они из лука хорошо. Тоже все, я убью. Ну, стрелу забери. Я там спер стрелу у тебя. Ну ладно. Буду должен тебе. А это тут ничего не открывается, да? Здесь наверх только можно запрыгнуть по вот этим кирпичам сбоку. Угу. Ну и что? Экскаватор. Записка. Угу. Вчера прикрыл псих, который разговаривал с куклами. Их споры меня изрядно позабавили. Пожалуй, мне тоже не хватает общения. Мужик забрался на самый верх спутниковой тарелки. Он звал по радио какую-то Астрид. Мне показалось безуспешно. Неловко признаваться, но я спер одну из его кукол. Ее зовут Миранда. Этот кукловод уплыл час назад, а до этого весь день истерил. Странный народ пошел. Это и все? Ну, короче, надо куда-то на самый верх, да? То ли куклу искать какую-то, то ли кукловода. А вот искать будем сейчас. Надо проверить здесь этот мусор. Ну да. Ну, конечно, понимаешь, что это мусор, но вдруг мы что-нибудь упустим. Экскаватором нельзя. На экскаваторе нельзя покататься. Что такое? Не работает, да? Да. А, сюда, вот, наверное, зато это, наверное, сделано, чтобы можно было залезть наверх. Смотри. Оп. Угу. И там нас крыса ждет. Ну, опять. Тут начинается паркур. Опять. Оп. Я поломал себе все ноги. Да. Которые были. Ты совсем вниз упал? Да. Я лезу на 5 вверх. А ты куда? Да я думала, что совсем? Надо идти за тобой, нести тебя на плот. Не-не-не. Лечить ноги. Я и с поломанными ногами могу. Да. Ну, оп. Ой. Я думал, ты уже... Куда, вперед или направо? Ну, я-то вперед не допрыгнул. Попробуй направо. О, да, видишь, как у тебя хорошо. Допрыгнул, здесь крыса. Грысь. Это злая крыса. Угу. Я больше ничего не вижу. Ничего. Здесь просто строительный мусор. Кирпичи не взять. Биг
Big Shark, привет. Так, что-то я опять уже жрать захотел. Я только с плота ухожу, так что у меня тут же... Ого, да, тут баф такой хороший дает. Если две штуки съесть, две порции, так тут улетает эта шкала голода почти до инвентаря. Ничего себе. Это у меня что вообще? Цыпленок с кокосом. Наверное... А, хорошо. Я тебе могу дать, хочешь? Не, у меня пока нормально с голодом. Я поел тоже хорошо. Я думаю, должно надолго хватить. Вот по этим лесам нам сейчас идти, я так поняла. Плод видно, акулы видно. Там внутри какие-то... Ой, в этом... На глубине водоросли. Да, какие-то листья такие, которых мы не видели еще. Ладно, мы потом ими займемся. О, опять прыгать? Да-да. Так это если я отсюда упаду, так я точно костей не соберу. Я упал. Что? А, не, ничего. Нормально так. Нормально упала? Не, ничего страшного. А там я мне... вот не знаю, как дальше. А, вот. Там мне не привыкать. Здесь крыса меня ждет. Опять агрессивная крыса. Если она меня не убьет, это будет хорошо. А, ну ладно, она меня не убила. Так. Да что ж такое, ну? Здесь ящик. А ты прямо на доску прыгала, да? Да, прям на доску. Если я еще пару раз свалюсь, все. Не надо так. Да ладно, подберешь. Смотри, может, как-то это перепрыгнуть. Я не поняла. И опять основа. Да. Подберешь. Я уже не вижу, где ты. Да нет, не, я живой. Че ты решила, что я же помер? Огромное гнездо. Я еще не помер пока. Фух, я добрался сюда хотя бы. Я тебя не вижу. А ты где вообще? Наверху уже на самом? Ну да. Ну так подожди, я же два раза падал в самый низ, как ты меня можешь видеть. А. Сейчас я уже вот... Вот я уже здесь. Здрасте. Что такое, в туалет? Ты хотел туалет, вот тебе туалет. Да. Нам на кран наверх, я больше ничего не вижу. Гнездо, оно пустое, там еще какие-то два гнезда. Ящик был с всякой ерундой. Нам, там... Да, на кран, и вон смотри, там туда, видимо, по тому тросу, что зелененькое горит. Видишь? Да, да. Зеленый огонек. Нам туда. Ой, как страшно. Ну да, пошли, а что делать-то? Ничего не поделаешь. Капец, как высоко, да? Ну, зато в воду падать, если по пути какие-нибудь балки не попадутся. Сначала бьешься об балки. Так, подожди, здесь зайти можно. О, здесь краном можно управлять. Ага. Зачем-то по-любому это нужно, но я не знаю зачем. Требуется один ключ журавля, но у нас его нет. Журавля? Ну вот это журавль. А, и если мы добудем ключ, я так понимаю, он опять на том где-нибудь, вот на том кусочке, нам нужно опять что-то сюда. Я что-то нашел. Арбуз нашел. Я наверх поднялся. Тут записка, хорошо. Тут чертеж. Электрогриль. О, все пропало. Все пропало. Теперь вы кухня. А теперь она сама будет готовиться. Люди ко мне заглядывают, но надолго не задерживаются. Почему? Наверное, потому что я краду их жалкие пожитки. Сегодня были какой-то мужик и мальчишка, Рубен и Детта. Они попали в шторм, надо было пополнить припасы. Когда они уснули, я стырил у них целый набор инструментов. Примитивные, конечно, зато рабочие. Молодец какой, а? Утром они так взбесились, что сразу отчалили. Вот умора. Хороший человек. Я что-то заберу. Это бол, стекло, хлам. Так, такая инструменты-то где? То, ну, вот, ящик я забрала. Железо, стекло, хлам, болт. Наверху лежал. Не, я понял. А он же говорит, инструменты он спер. А где они? Он же, раз, он же, наверное, где-то сам тоже сдох. Я надеюсь. Наверное. Так, ну нам... Да. Да? Ну идем.
А тут что-то еще лежит. А, нет, ничего. Ничего тут, забрать нельзя. Ничего тут не лежит, на полочках ничего нельзя. Супер кукинг, говорит, будет. Угу. Тут вот ящик. Да под... Биотопливо, болт, глашар мира. И все. Это мы за двумя шарнирами лезли на такую высоту? Ну, ключа я здесь не вижу от этого управления. Ну, очень экраном. Плохо. Ну, может быть, ключ вообще на той... На той да, я... Да, как она называется? На той, на тех развалинах. Я так и подумала. Не понял я, как... Тихо, 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 не, чуть не упал. Аккуратно. Я тоже спускаюсь, непонятно, там как-то вниз, и все равно вперед получается. Неудобно, ага. Да прыгать, а потом... Ну что? Вот здесь на стене заметки, но их взять никак нельзя. Какие заметки? Ну вот видишь, какая-то здесь бумажка. Ага. И все. И здесь вот приключатели 1, 2, 3. Так может кто-то... Давай ты... Подожди, а это мы отсюда, да, пришли? Из этой дырки? Так может ты постой здесь, а я съеду? Ты думаешь, или вдвоем, может, там нам надо? Ну давай вдвоем. Я еду, короче. Давай, давай. Я съеду. Страшно. Страшно. Получено достижение зип-зап. Да-да, мне тоже такое. Смотрим, опять мусор. Ну, а тут туалет открыт. Можешь воспользоваться, если очень надо. Подожди, я сначала водички попью побольше. Во. Так, ну здесь опять куда-то лазить надо. Ну, а как же, а как же? Как же? Так, ну, непонятно. Ладно, я сюда и забралась, и что? И все? И как бы... И все, да. Может, этот... Только... Типа, счет ката назад к плоту? И все? Но странно. А зачем тогда управление вот этим... Не знаю. Я ж не знаю. А туда, может, нет? Нет. Мы не нашли ключ. Не нашли. Ну, значит, мы плохо посмотрели там. Или он может быть вообще под водой. Да, кстати. Мы же не были под водой этого здания. Не были. Ой-ой-ой. Экран не... Я думаю, нам нужно вернуться и сделать кислородные баллоны. Сейчас, секундочку. Где сколько нам до плота плыть с акулой? Да, действительно. Не, это я не тебе сейчас. Все нормально. Спасибо, странник. А я не вижу. А как так получилось вообще? Непонятно. У меня экран получился. У тебя экран нормальный? На весь экран? В смысле, экран на весь экран? Игра на весь экран, да? Да, не знаю. Нету черных полос по бокам? Есть. О, ну вот видишь, ты обновились. Ну уже переключись там в настройках, просто свое разрешение поставь. Оно сразу, да, сразу меняется. Вот видишь, что бы мы делали. А главное, играем же и не видим, да, что две черные полосы. Угу. Не, ну у меня стоит в настройках мое разрешение экрана. Странно. Нет, а у меня другое стояло. Ну поменяй. 1920 на 1080-144. Максимальное. Все. Ну, так у тебя нету черных полос или есть? Все равно есть? Все равно есть, да. Ну, переключись на другое, а потом верни свое. У
полноэкранный режим без рамки в окне эксклюзивный. Ну это я даже не посмотрел, какое у меня там стояло. Я переключил. А, у меня все нормально, говорят. Ой. Так что ты говоришь, что у тебя черные полосы? Не, я смотрю свой стрим на втором мониторе, у меня черные полосы как будто отображаются. Ну ладно. Так это, наверное, переключило, и они пропали. Да. Или сейчас тоже отображаются. Ну ладно. Нормально, говорят, все, ну ладно. Нормально. Я тогда не буду менять ничего. Раз нормально, нормально, значит нормально. Нам под воду. Ну да, наверное. Акула может, там. Может, мы там плохо посмотрели. Ну что, плывем на плод? Да, сначала? Да, да, да. О, да, тут целый город подводный. Мы зря... А какие тут медузы? Ты видишь, какие медузы? Электрические, страшные. Красивые. Опасные. Какие? Там фонарь мигает. Ну, понятно. Выглядит страшно. Ну, в общем, нам нам нужно какой-то акваланг, да, делать? Да. Делаем кислородный баллон. Бутылка, веревка, пластик, сок лианы. Угу. Сок лианы нужно 5, а у нас 10. Угу. Хорошо. Так. Веревка и пластик. Где этот кислородный баллон вообще? А, вот же, ну да. Кислородный баллон, ласты. Ну, ласты, ладно. Ласты тоже будем, да? Так нет уж сока лиана. Есть сок лиана, сейчас мы его наплавим. У нас у нас же, да, у нас же есть эти водоросли. Да-да-да-да-да. Так, как делается? Сейчас я посмотрю. У тебя бутылка... Нет, у тебя вторая бутылка, да, нужна сначала? Сейчас, сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Да что ж такое? Соты. А, соты, там надо 6 штук, ничего себе. Для чего 6 штук? А что ты хочешь сделать? Мед. Зачем? Ну как зачем? Закинуть в эту... в агрегат. Биотопливо, чтобы сделать? Или уже не надо? Так я нашла биотопливо, там было, и здесь оно еще одно готово. Я просто соты собрал, поэтому думал сделать. Ну ладно. А, тут 4. Но все равно мало. Хорошо. Вот 2 биотоплива у нас есть. Я пойду сейчас порублю деревья. Но там вообще, конечно, все под водой скрыто. Ну, что, будем нырять, а что делать-то? Угу. Еще еды с собой надо взять. Угу. Еды, воды. Так ты делала баллоны? Или там что там не хватает? Я сделала один. А, там не хватает. Бутылка нужна еще одна. Угу. А сок лианы 4 штуки еще нужно. Вот они плавятся как раз. Да, там 5 есть. Да, я понял. 4 плавятся. Я понял. Так, с мясом там какое-то блюдо было. Хотела приготовить. Мясо, картошка и ягоды. Угу. Нам надо как-то с акулой разобраться сначала, наверное. Ну или, да. Или думаешь, или она, может, не поплывет от плота? Ну, посмотрим. Нам все равно рядом с плотом нырять. Там
Надо искать там эти воздушные вот эти вот ямы или как сказать. Угу. Карманы воздушные. Угу. Потому что даже с кислородным баллоном мы долго не сможем под водой быть. Надо будет делать. Пластик нужен. С пластиком проблемы. Очень серьезные. У тебя есть 5 пластика? Нет, у меня ни одного нет. Нужно выловить. На бутылку не хватает 5 пластика. Сейчас акулу убьем и где-нибудь здесь его половим. Или здесь вообще нигде не плавает мусор. Я ничего не вижу. Да. А мусора-то и нет. А зачем надо пластик был? На. Чтобы баллон кислородный сделать. Мусора нет, как так-то? Иди, акула, иди сюда, акула. А, она нас даже не трогает, странно. Конечно, не трогает, потому что она меня тут за жопу кусила. Или это я наткнулся на медуз, я не могу понять. Здесь она поплыла к медузам и уплыла внутрь, вниз. Может, их медуза, может, ее медуза укусила? Не знаю. Давай, всплывай скорей. Блин, да-да-да. Так, я куда-то так нырнул, но ничего я не увидел. Ну, то есть я много чего увидел, но где воздух, я не нашел. А здесь... Ой, а здесь... Увидела меня акула. Это нехорошо. Здесь вот рыбки какие-то. Здесь пузыри через эту сетку. Я видел там. Но они очень глубоко. Ну, здесь вот с этой стороны очень глубоко. А ты где? Вот они это... восстанавливают воздух, кстати. Да, когда к ним... Если на них стоять... Когда к ним подплываешь? То... Да, они полностью воздух восстанавливают. Здесь водоросли есть. Так это ты без акваланга или с аквалангом? С аквалангом, даже если без него, вот они вот пузыри, вот здесь много пузырей этих. На ты них встаешь и ты возле какого дома-то? Возле там где плот? Где или... медузы. А, где медузы? Угу. Дальше я просто не знаю, куда даже плыть, если честно. Ау! Да меня сейчас акула сожрет, да и все. Я никуда не поплыву. Я везде много медуз. Я назад возвращаюсь. Давай. Да, ой, все. Почти все. Я вижу, что выплыл. Ну, я выплыл, да, у меня там осталось. Три миллиметра. Воздуха не хватает. Как сложно-то здесь это прям. Вообще прям. Ты выбралась? Да, да. Но у меня воздух закончился и... Да. Так. Нет, должен там быть что-то такое, что может не затоплено. Здесь вот есть окна, правильно? Одно окно светилось, когда мы туда плыли, но это на том было. Не знаю. Ну, акулу надо убить. Надо, да, надо ее убить, а потом нырять, потому что это я не успел. Даже оглядеться, как она меня уже... Фукусима, спасибо за ману. Давид 14, привет. Так. У меня еще и половина не восстановилась. Ну не буду же я жрать эти лекарства. Правильно? Но это... Ну смотри, почему нет. Ну так что же их две делать? Всего? Так таких... мы делать их можем. У нас яйца есть, это курица несет. Они из яиц делаются. Mm-hmm. Электрогриль. Можно изучить на рабочем столе. Ой.
Изучено. А ты уже изучила, да, электрогриль? Да, наверное. А, нет, вот сейчас вот. Опа. Все. А, да. Мы же недавно только нашли еще. Так я чертеж этот выбрасываю. Нафиг, все нужно, нам не нужно, правильно? Угу. До свидания. Двух пластиков не хватает, где бы их взять? Что-то разобрать можем? На пластик. Ведь я помню, что если что-то разбираешь, у нас пластик появлялся, ну и тех этих. Ну это пол, наверное. Пол, да. Ну что, мы будем плод? Разбирать плод? Начинается. Строили, строили, наконец построили. Все можно ломать, да? Да. Ну, сейчас как-нибудь... У меня уже немножко восстановилось. Больше половины. Угу, хорошо. Ладно. А как ты ешь, интересно, если на тебе акваланг? Вообще не знаю. Надо акулу убивать. Ну да. Может, ее можно стрелами запинать отсюда, с плота? Как хочешь. Ой, здесь что-то как-то это, как землетрясение, что ли, не помню. Так потряхивает знатно. Ты... Не знаю, что это потряхивает. Когда акулы нет, но все равно. Я акваланг сняла, потому что чтобы не тратился. Может, не тратить на нее стрелы? Я не вижу. Подышать. Ни тебя, подышать, ни акулы не вижу. О, вижу акулу. Подышать надо срочно. Да, тут как будто трясет. Как-то странно. Но у меня опять здоровья нет. Где акула? Да, ладно, там. Она меня первая нашла. Как, я не знаю, как подводное землетрясение. Водотрясение. Да. Там дискотека по-любому под водой. Нас не пускают. Вот эти вот медузы, они как-то расходятся время от времени, нет? Яйцо глина суд. Я ж не знаю, яйцо глина. Яйцо. Они прям входы охраняют, получается. И глина. Яйца или где лекарство здесь? Хочет. Ну да. Яйца в еде там, да. Это вот 5 штук всего? Ну сколько было, да. Ну вот. Теперь у нас есть 4 лекарства. Одно желтое, 3 белых. Дать тебе? Да, давай, потому что надо подлечиться. На тебе желтую. Желтая, наверное, лучше. Я так понимаю, ну, на тебе белую. Ну попробуй. Сейчас. Как будто крем от загара мажусь. Белая прям очень быстро так восстановила, хорошо. Я пока желтую не буду использовать. Да, пошло так быстренько. Так, копье скоро закончится. Надо копье сделать еще одно. А, доски. Да, с досками беда. Да. Надо посадить доски. Я за акулой бегаю.
Где? Уже ушел? Кто? А, сидишь караул Шакова, что ли? Да. Давай, вот он. Нашла? Нашла? А, не, нашла, да. Чего-то её так как тоже колбасит, колбасит, да? Да, тоже как-то. О! Хорошо. Мои стрелы, кстати. А где мои стрелы-то? Они у меня. Одна штука. Ну хорошо, ну хорошо. Я те подобрал одну. Там подобрал одну. Ну, кстати, 6 стрел нет, как не. Так, давай быстро ныряем. Да. Я, хорошо. Правда, без акваланга, но. Как есть, да? Попробуем. Куда нам надо? Вот я не знаю. Куда надо? Искать вход. Здесь нет. Вот здесь вот какая-то дырка. Здесь. Вот а сюда. Путь? Ага, вот я нашел пузыри. Угу. Дышать там можно, да? Да, хорошо. Так. На, подыши. Угу. Теперь надо думать, куда дальше. Здесь может что-то под водой, можно именно и под водой исследовать. Там вот свалка конкретная. Еще ниже, да? Я ящик нашла. Поднять ящик, поднять строительную каску. Здесь такой разлом просто, надо тут еще подышать. Угу. Там только ящик, наверное, был, да? И каска строительная. Ну, ну да, каска. А, каска была не в ящике? Тут оставил на стройке. Нет. Так. Сейчас я еще туда сплаваю, посмотрю, вдруг что-то пропустила. Трясет. Прям вот. Ну, трясет, но оно нам все равно на. Так, вот куда-то, наверное, туда, куда. Во. А вот там еще ниже еще есть. Угу. Видишь? Ты за мной плывешь, да? Нет, нет, я еще все здесь осматривал, но там, походу, все. Сейчас я вернусь к этим пузырям. Ниже, там же, где. И выходи. Ну, там, где пузыри, выходи там. Угу. Сейчас тебе объясню, там висит. Я поняла. Там висит фонарь. И он куда смотрит, он туда и ныряй. Но он не горит. Разбитый фонарь, видишь? Не? Нет, я здесь на другие пузыри просто приплыла. Вот, я вижу, но я вижу, что ты на тех пузырях стояла, ага. А-а-а. Я на тех, которые соседние были. И там вон еще пузыри есть. Ну давай. О, там далеко. А, нет, вот тут рядом есть. Я вот сюда хочу доплыть до этих пузырей. Так. Да, вот. Тут прям сделали. Еще акула будет мешаться. Так, а ты где? На соседнем здании, где пузыри. Я здесь осматриваю все.